Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем чистить газовые форсунки фирмы OMVL. Машина начала при переходе на газ при 50-60 градусах дергаться, и только когда температура градуса 80, нормально работала. Поэтому необходимо разобраться, что же с ней. Для начала необходимо снять верхнюю крышку. Аккуратно поддеваем и просто тянем ее вверх. Чуть-чуть прижимаем пальцами тут. Крышка снята, под ней куча грязи. Это все надо будет дело протереть хорошенько. Протираем все это хозяйство. И можно просто снимать катушки. Теперь откручиваем 5 саморезов и снимаем металлическую планку. Здесь нужна обычная, тонкая, крестообразная отвертка. Аккуратно открываем. Теперь необходимо проверить пружинки, которые находятся здесь внутри, на предмет их повреждения. Пружинки должны быть без признаков потертости, плотно находиться в своих гнездах. Все пружинки исправны. Внутри корпуса видно куча пыли, грязи, которую необходимо продуть и отмыть. Хорошо, все продуваем с помощью компрессора. Для чистки форсунок еще можно воспользоваться обычным средством для чистки карбюраторов. Оно очень эффективно. Продуваем все отверстия. Видно, что потекла грязная ржавая жидкость. И хорошенько все дело промываем, прочищаем и продуваем. Хорошенечко прочищаем внутри направляющие клапанов. Не забываем достать пружинки, потому что они могут потеряться. И после чистки собираем все на место. Сначала ложится сюда маленькая круглая прокладочка, чтобы она упала строго на низ цилиндра. Затем вставляется туда сам клапан. Проверяем его работу и отлаживаем в сторону. И так делать с каждым рабочим цилиндром. Вот видно, на дне прокладочка лежит резиновая. Проверяем, чтобы не было никаких задиров и зацепов. Стараемся не менять очередность форсунок, для того, чтобы потом меньше было перенастраивать. Проверяем целостность прокладок резиновых и устанавливаем их на свои места. И теперь все аккуратно собираем. Стоит на своих местах плотно, можно затягивать шурупы. Ставим на место все катушки. Осталось зафиксировать все рамкой. Форсунки собраны, можно ставить их на машину. Подключаем к ней все трубки. Я подписывал буквой Г. Эта трубка подходит, чтобы ничего не перепутать.
вы посмотрели видео о том, как своими руками разобрать и почистить газовые форсунки ОМВЛ. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!